Английский дятел мог почувствовать себя летающей лошадью. Во всем мире обсуждают кадры, сделанные фотографом-любителем из Эссекса. Он вышел погулять и неожиданно увидел, что крошечная ласка буквально оседлала зеленого дятла. Эти птицы кормятся не на деревьях, а в траве, при этом ласки обычно предпочитают кроликов. Зоологи уже прокомментировали фотографию так. Говорят, дятлы выносливы, как муравьи, а ласки бесстрашные и свирепы, хотя легко помещаются на ладони. Это самый маленький хищник на Земле. Фотограф утверждает, дятел в итоге не пострадал. Она его просто использовала как такси.